Здравствуйте, подписчики моего канала Киреевск Лайв. Сегодня среда, 4 декабря. Нравится наш краеведческий музей. Забота о людей или о людях с ограниченной возможностью проявляется везде. Видите, почищено все. Как хорошо. И здесь дорожка почищена. Сразу видно заботу о людях. Я хотел о чем сегодня рассказать. В небольшом своем выступлении. Вчера со слезами на глазах два раза посмотрел по 32 минуты выступление председателя молодежной политики, спорта и молодежи, что там, культуры, Ворониной Виктории Анатольевны. Как у нас все замечательно. Знаете, я вот хожу около музея. Вот эта вот штучка, как называется? Доступная среда. Самое интересное. У нас два дворца, городской и районный. А вот такого нету. Наверное, планируется делать, когда ремонт будет в 2021 году. А инвалиды пусть подождут. Может, что-нибудь интересное будет в 2021 году. А пока пусть мучается. А вот в краеведческом музее это есть. В соцзащите и центр занятости есть. Школа-интернат, но она сейчас по-другому называется, есть. Еще какие объекты у нас есть? Доступная среда.